Цхинвале прошла отчетно-выборная конференция Совета профсоюзов. В ее работе приняли участие представители администрации президента, правительства, депутаты парламента и порядка 128 делегатов. Всего в Совете профсоюзов состоит 4000 человек. От имени депутатского корпуса участников конференции поприветствовал Амиран Дьяконов. Он обозначил роль профсоюзов, отметив, что организация является атрибутом любого цивилизованного государства. И со стороны исполнительной, законодательной ветви власти здесь присутствуют депутаты. От их лица могу вас заверить, всех присутствующих, в том, что нам близки цели и задачи, которые стоят перед профсоюзами. И с нашей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы профсоюзное движение, Южной Осетии, оно работало, отстаивало возложенные на него задачи, реализовывало их в сфере защиты трудовых прав рабочих и служащих. В ходе конференции были избраны президиум, секретариат и мандатная комиссия. Утвержден состав Совета профсоюзов на 5 лет. Председателем Совета профсоюзов была избрана Натыя Гугичаева. В первую очередь хотелось бы сказать вам огромное спасибо за доверие. Я не думаю, что я воспринимаю ваше доверие, это как бонус для будущей работы. Действительно, работа предстоит кропотливая. Обидно, что профсоюзы сегодня просто номинал в учреждениях. То есть они как бы есть, но функции до конца не исполняют. Граждане должны понимать, что главная задача нашей деятельности – защита прав работающих людей. И мы сможем решить все проблемы сообща, подчеркнула Гугичаева. В Северной Осетии, в Абхазии и в России ждут нас, с нашими предложениями. И надеюсь, у нас все получится. Один руководитель, любой руководитель, кто бы он ни был, если за ним нет тыла соратников, крепкого тыла соратников и мощного коллектива, он ничего не сделает. Я ничего не смогу. Абсолютно. Один в поле не воин. Мы масса. Мы есть сила. Мы есть народ. И в любом государстве, цивилизованном государстве, профсоюзы имеют свое большое «я». Надеюсь, мы сможем никого не бояться. Мы не против закона, мы просто будем защищать свои права. Надеюсь, в этом вы мне поможете. Натия Гугичаева в завершении добавила, что работы много, и она намерена активизировать работу профсоюзов. Эльвира Тибилова, Регина Черткоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня.